Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусное блюдо из филе минтая в духовке. Несмотря на свою бюджетность, минтай на луковой подушке займет достойное место даже на праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Филе минтая нарезаем крупными порционными кусками. Складываем в миску. Солим, перчим, поливаем лимонным соком, добавляем майонез, горчицу. И аккуратно перемешиваем, чтобы не нарушить целостность кусочка. Лук нарезаем полукольцами. Берем форму для запекания. Смазываем ее подсолнечным маслом. Выкладываем туда лук. Сверху раскладываем кусочки рыбы. Весь соус, который остался, выливаем сверху на рыбу. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на час, чтобы наша рыба промариновалась. По истечении времени ставим нашу рыбу в нагретую до 200 градусов духовку и запекаем 15 минут. В это время натираем на крупной терке сыр. Через 15 минут посыпаем рыбу сырной стружкой и продолжаем запекать еще 10 минут. Вот и все. Минтай в духовке на луковой подушке готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.